Итак, ребят, канал Автовеста, снова продолжаем с вами проходить игру Horizon Zero Dawn. Получили мы с вами изумительный бронебойный костюм, вообще обалденный костюм для Элои, ткач щита называется. Сейчас нам нужно добраться по заданию до Дворца Солнца. Посмотрим, что нас ждет впереди. Итак, погнали. Спускаемся вниз и зовем нашу лошадку. Бежит, бежит, красавчик. Ну что, погнали. Ускоряемся и в путь. У нас 3180 шагов. Нормально. Рассвет, походу, в игре. Так, давай, давай. Ускоряемся. Прикольный костюм, конечно. Смотрите, как он переливается. Прям... как будто бы весь пропитан какими-то... вот этими, вот знаете... нитепроводящими лучами. Так, нам, наверное, сюда все-таки, да? Да, наверное, сюда. Давай. Вперед. Руины. Вперед. Отлично. Что? Я походу им помешал играть этим роботом. Ну что, 3000 шагов. Идем на ускорение. Такое ощущение, что с моей лошадки отстрелили, желтый такой баллон торчал у нее. Где-то она потеряла его, наверное. Так, нам здесь не пройти, пойдем в обход. Отлично, идем. Ух ты, чудовище. Чудовище. Ничего себе. Агрессивный какой. Уходим. Так. По пути нам ничего прям страшного не встречается. Все нормально. Давай, давай. 2700 шагов. Блин, ну костюм прям такой весь светится, видите? Интересно. Ух ты! Ничего себе заехал у него. Разозлил только этого робота. Ух ты, нам не сюда. А куда нам? Нет, нам точно не сюда. Да. Блин, и не сюда. А куда же нам? А, нам в эту сторону, все, понял. А мы здесь спустимся? Знаю даже. Давай, давай, вперед, вперед, нам надо спускаться. Давай, отлично, отлично, давай, давай, давай. Нет, не хочешь? Боится. Боится. Ну ладно. Вперед, давай, здесь проскочим. Отлично. Я уже думал, придется с ними помахаться. Нет, проскочили. Интересно, что за задание у нас там будет впереди? Грозная тень. Ух, вы красавчики. Надо попробовать на скаку кого-нибудь завалить. Так. Отлично. Вперед. Ух ты, чего себе. Поломал препятствие. Шикарно. Посмотрите, друзья. Есть. Блин, ну не до конца. Наверное, все-таки надо по-другому его валить. Ну, на скорости неплохо получилось.
выстрел зачетно. Ты. Что там? Ну-ка еще раз поохотимся. Не завалил. А почему? Ух ты! Ё-моё! Как я его не заметил. Ничего себе. Ух ты, он решил завалить моего робота, а? На. Получил. Иди сюда. Ух ты. Ожил, ожил. На. Что-то я ему там отстрелил. Отлично. Давай посмотрим, что у него там есть. Пилозубы этого. Ух ты. Всего там насобирал. Банку отстрелил. Рискаря тоже пошерудил. У тебя что там? Нормально. Надо поремонтировать бегуна. Кстати, очень прикольная опция у меня появилась. Это ремонт бегуна. Супер. Все, как новенький. Погнали. А, отлично. Ну что делать? Оба, еще стоят. Ух ты. Что там у него было? Получил предмет металлический сосуд. Так, куда же нам здесь? Чё-то не пойму. Показываю, что свернуть нужно здесь. Давай посмотрим, что это за место у нас. Оба, стоят. На. 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 Слушай, я походу могу просто подъехать и забрать все их детали, этих роботов. Сейчас я попробую это сделать. Есть. Реально. Прикольно. Переспешиваться не нужно. Вообще, блин. Супер. Отлично. Что от него отлетело? Банка. Супер. Блин, вообще ништяк. Теперь даже спешиваться не буду. Супер. Нормально пострелял. Да, что-то на снежок попал. Попал, начал падать снежок. Падает, 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 падает снег. Отлично. Так, что это здесь за банда у нас? Ребята. Я, наверное, здесь не смогу пройти через эти ворота. Ну, давай попробуем. А, не, пустил. Отлично. Отлично. Проходим. А, не пускает. Давай объедем его. Низом, может, здесь получится. О, огонь. Спустимся низом тогда, хорошо. Отлично. Ух ты. Прикольно. Ух ты. Где же я? Где же я оказался? А, он не хочет здесь проходить. Ладно. Но нам туда. Давай слезем тогда. Попробуем. На веревке. Ух ты, красава. Огонь. Супер. Сейчас мы позовем нашу лошадку. Эй, ты где? Давай. Класс. Поехали. Блин, какая классная музыка. Балдеж.
Вот это супер, да, ребят? Вон робот-птица летает. Блин, график просто потрясающий. Сколько там этих птиц летает? Ё-моё. Что я же прям очкую. Так. Я думаю, нам надо здесь будет... Нам нужно будет здесь... Знаете что, ребят, сохраниться. На всякий случай перед походом. Потому что... Прям я очкую. Столько птиц там летает, мало ли что. Ух ты. Поехали. Вон оно. Посмотрите, кто там. Ух ты. Я знаю, что она боится. Эта птичка боится огненных стрел. Поджарим тебя. Ну что ты, ну что? Да. Тебе грустно. Вот так тебе. Ух ты, колбасит конкретно. Где ты там? Иди сюда. Все, ты готов? На! Чего-то! Ух ты! Блин, засранец, а? Блин, что-то мне хреново. Ух ты! Что-то мне птица это хочет наказать, что ли? Иди сюда. Мощная. Ух ты. По башке я попал. Ух ты. Я себя накостыляю. На. Ух ты. Ничего себе. Ух ты, попал. Иди сюда. Мне нужно срочно делать припасы. Блин, сколько у нее силы, эта птица, а? Мощная. Ух ты, хорошенько я зарядил. На. На. Ух ты. Ух ты, да. Так, мужики, вы долго здесь будете ничего не делать, а? На. Ух ты. Я в шоке, конечно. Где эта птица? Где этот? Иди сюда. На. Ничего себе, месиво. Блин, а, ничего себе. Так, мне нужно срочно. Где она, я не вижу ее. Ух ты. У меня даже нет этих. Эти стрелы не помогают. Ух ты. Вроде бы нормально я зарядил. Сейчас попробую добить ее. Последний раз нормально.
пошел. Блин, достала, зараза. На. Это один удар остался, и нормальный, хороший удар. И моя птица, блин. Да она вообще понты осталась, до пяти. Блин. Оба-на, летит. На, есть. Вот эта птичка, а? Буревестник. Вот это буревестник. Как, прям как истребитель упал. Ах, ой. Ну что ты, дружище, допрыгался? Ух ты, модификации моря. Класс. Отлично. Блин, лошадку мою только завалили. Урода. Так, что-то у меня стрел нету никаких, ничего нету. Повоевал. Срочно нужно наделать стрел. Так, отлично. Вперед. Ух ты, это да. Возьми дорогу. Так, это кто здесь бегает? Чё здесь бегаете? Так, мне лошадку надо найти срочно. Ускоряемся. Так, что здесь есть? Может взять с собой? О! Чё-то помогает. Выздоравливать, наверное. Нет, это не берется. Это камень. Нафига мне этот камень? Фигня. А что вот это? А. Не знаю. А это что? Нужно сделать еще ловушек. А, ловушки какие-то. Ясно. Так. Блин, часа дофига. Мне нужна лошадка. Не, с этой лошадкой мне ничего не получится. Нет, 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 это точно. Ну, а было бы прикольно, конечно. Приручить его, монстра этого, а? Блин, костюм вообще огонь, зачетный просто. Да не так уж много осталось, но сохраниться стоит, потому что будет край. Не хочу с этим буревестником снова бодаться. Мощно, мощно, очень мощный зверь. Да, ну что, нам там осталось, в принципе, не так уж и много. Пройти. Так, я не понял, куда там мне здесь. Правильно хоть пошел? Да, вроде бы правильно. Блин, где эти лошадки все? Не вижу никого. О, заяц. Стоять. А, это кролик. Какая разница. Так, эти на посту стоят. Ребятушки. Здесь нету никаких лошадок. Блин. Не прикольно совсем бежать. М-м. Нет никого. Мост. Сооружения все исторические. Похоже на Великую Китайскую стену этот мост. О, лиса. Так. Хорошее мясо. А вот
И наша лошадка новая. Надо только до нее добраться аккуратно, чтобы она меня не заметила. Оседлаем этого красавца. Есть. Все, теперь ты мой. Поехали. А, отлично. Во. Не пешком ходить. Супер. Великолепно. Ускоряемся сразу, мгновенно. Рога у него, конечно, зачетные. На них, если кто напорится, будет худо, очень худо. Супер. Вот эта скорость, я понимаю. Не пешком ходить. Отлично дело. Мощно. Огонь. 600 шагов, да, этот понты. Ты кто здесь на дороге ставишь? Парни, дайте пройти, а. Тоже мне, ребята. Завалите их там. Я еще так не пролетал ни разу. Прям на мосту стоят все роботы. И мне пришлось их давить. Отлично. Заходим. Так, посторонись. Так. Отлично, отлично. Все, здесь нас не пустят сейчас. Мы на месте. Супер. Так, кабанчик. Ты мне нужен. Ага, этих не валит. Местные. Местные известные. Отлично. Ускоряемся. Врата Меридиана. Красиво прорисован город. Вроде бы деревянные помостки. До этого была высочайшая цивилизация по развитию. Смешалось все. Ну, интересно. Классно. Графон бомбический. Смотрите, смотрите, какие ворота. Бомба просто, да? Произведение искусства. Да, солдат здесь дофига. Сейчас мы посмотрим, что же нам здесь расскажет Дворце Солнца. Давай, 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 давай. 60 шагов осталось. Костюм, конечно, бомбический у нее. Красава. Прыжки позволяют ускорить шаг. И кувырки еще больше. Фу. Так, ага, я, наверное, пролетел. Куда же мне? А, вот. Королик, главарь. Ну что, слушаем, что он нам сейчас расскажет, друзья. Элой, что привело тебя в Меридиан? Угроза. Затмение скоро нападет с запада. У них есть армия древних боевых машин. Но это не самое страшное. Они приведут с собой существо, бог, бес, машина, как угодно. Его имя Аид. И ему не нужен Меридиан. Ему нужен шпиль. И если он доберется, он пошлет клич и пробудет другие машины, столько, сколько нам не победить. Это конец всему.
Этого нельзя допустить. Я пытаюсь понять, но мой долг оберегать жителей Меридиана. Цель не Меридиан, Ават. Вы должны защитить шпиль. Пошлем авангард, ваша лучезарность. Да. Отправьте их туда. Эрен знает Элой, он согласится. И прикажите страже укрепить западный кряж. Оттуда они смогут оборонять Меридиан и пламя, где восседает шпиль. Что ж, нам понадобится время на подготовку. Итак, что ты знаешь о наших врагах? Рассказывай все. Не знаю насчет всего, но что смогу, расскажу. Ребят, по-моему, мы проходили это задание, и Аида мы уже уничтожили. Чё-то я не пойму. Как будто бы пошло какое-то повторение, что ли. Сейчас посмотрим. Да. Я здесь уже разговаривал с этим чуваком. Мне кажется. Только тихо. Ну да, выполняли никогда мы нам это задание. Угу. Хорошо. И что? Добрались. Поговорить с Авадом, доберитесь до Дворца Солнца. Поговорить с Марадом. Безгрешным. И что? Еще ну поговорю я сейчас с ним. И еще обо всем сразу сообщайте мне. А, Элой. Ну давай. Мы укрепляем оборону на западном кряже и возле шпиля. Послали весть во все уголки Дома Солнца. Союзники предложили помощь. Одни хотят помочь, другие — нажиться. Но кто-то придет ради тебя. Меня? Ну, не скромничай. Ну что ж, остается только ждать атаки. Именно. Это чувство не назвать приятным, но разведчики в знаке вечера сообщают, что на западе тихо. Так что, если у тебя остались дела, не теряй времени зря. Если же нет, я распорядился подготовить для тебя дом, где жил Олин. Можешь поспать там, если уснешь. Еще одно нападение на город? Только не это. Не знаю почему, но эти задания мы все проходили. Так, что же здесь такое у нас? Записная книжка. Файл поврежден. Здесь ничего не понятно. Ладно. Каталог машин. Ух ты. И что? Здесь мы отдельно можем еще плюс по каждому посмотреть его характеристики и посмотреть слабые места того или иного робота. Прикольно. Так, навыков еще много можно открывать. Так, активная грозная тень. Прям реально мы его проходили уже побочные. До логова разбойников. Вот задание есть, например. Вот это задание. Смотрите сад. Доберитесь до лагеря Брома. Еще куча на задание. Прикольно. Ну то есть задание еще выполнять, в принципе, очень много можно. Поэтому. Хорошо. Давайте, в принципе, попробуем. Основное, да?
зайдем в основное. Ну вот это вот ход я выполнял на 100%. Что здесь, выполненные задания? Хорошо. Побочные задания. Побочные. Гора проблем. Награды. Опыт. Заберите древние доспехи. Список целей. Так. Древний арсенал. Здесь мы что-то уже закончили. Список целей. Доставьте себе припасы к каравану, пока машины его не уничтожили. Хорошо. Давай попробуем это задание выполнить. Доставьте боеприпасы каравану. Посмотрим, что это за... Прилично придется чесать. До каравана очень далеко. Очень. Практически... Ё-моё, ничего себе. Очень много, конечно. По времени здесь придется продвигаться. Реально очень далеко. Очень далеко. Ничего себе. Побочное задание. Ну, я так понимаю, здесь у нас все будет, в принципе, состоять из вот этих побочных заданий. Побочное задание. Ну, 3000. Придется проходить. Посмотрим, что за побочное задание, в принципе. Игра мне нравится, хочу еще опробовать этот костюм в деле. Пострелять еще по роботам, уже интересно. Но я думаю, мы побочное задание это выполним. Но основное, почему-то мне предлагают заново сразиться с Аидом, я почему-то не могу понять. Ну ладно, я его выполнять не буду, я его выполняю. Хочу посмотреть вот это задание, которое у меня будет сейчас впереди. Доставить оружие каравану. Боеприпаса. Сейчас доставим. Нет проблем. Хочу еще посражаться. Графоном этим насладиться. Еще как бы не хочу завязывать с этой игрой. Хочу посмотреть. Ух ты, машина моя еще стоит. Класс. Супер. Стоит мой робот, стоит. Красавчик. Супер, поехали. Ну что, погнали? Я думаю, мы обязательно должны в этой серии добраться до этого каравана. По-любому. Хочется еще погонять с роботами здесь. Хотя, по идее, можно уже переходить на какую-то новую игру. В принципе, мы все поняли по этой игре, но есть еще список второстепенных заданий. Вот тебе и дополнение. Не говорили, что они будут плюс-минус все похожи, но мне пока очень зашло. Уже плюс-минус и карту изучил. Как-то передвигаться получается и в ускоренном темпе. Ух ты, прям на дороге, а? Монстр, монстр. Моща. Не стой на пути. Вот сюда что-то идет, да. Ну, костюмчик, конечно, зачетный. Такая щита называется. Вот сколько раз, считай, меня эта птица железная валила, и так она меня не уничтожила, что по сути. Хотя я долго с ней бодался, конечно.
Ну что, давай, давай, давай. 1900. Это вообще, по-моему, ты осталось. Ты же уже 3000 шагов проскакиваешь. Моментально практически. Жалко, что нету какого-то портала, чтобы было легче передвигаться. Но интересно. Все равно. Да, здесь осталось же 1700. Так, куда ты нам? А, сюда уходить? Понято. Налево. Блин, птицы мощные, конечно. Так, посторонитесь, ребята. Люди ходят, не боятся здесь. Торгуют что-то. Жесть. Да, птички здесь мощные. Так, ребята, дай проехать. Птицы действительно мощные. Как будто бы электрическая нейросеть этот костюм. Прям проводит ток. Так, я думаю, нам стоит здесь день. Так, есть. Не слезть. Еще не сохранились. Все. Давай, бегом. Уходим, уходим. Некогда нам здесь не рассиживаться. Блин, как я еще успел сохраниться. Там птица это сверху, походу, меня догоняет. Жесть. Так, давай, давай, пролетим через эти ворота, я уверен. Отлично. Погнали. Надо же этим боеприпасы довести каравану. Помню, да, обещал как-то. Так, на пути не стойте, ребята, а иначе бьет вам вот это. Уходим, уходим, уходим. Владивосток 2000. Давай, 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 давай. А, уже вообще понты осталось. 600 шагов. Где-то здесь застрял этот караван. Вообще рядышком, можно сказать. Наверное, где-то возле вентилятора они сидят. Сейчас найдем. Каравану стоит помочь, конечно. Да ладно, что нам перехватывать. Управление это еще. Так. Тебе стало здесь немного, я так смотрю. Блин, зашел этот караван, конечно, далеко. Дебри. Надо же помочь этим бедолагам. Так, где же? Так, где-то здесь. Да, вообще осталось рядом практически. Оба, вот караван. Помочь! А то нас тут сейчас всех убьет! Так, ты кто? Меня прислал Лубоват. Здорово. Свет солнца, я тебя знаю. Он прислал к нам девушку Нора, которая спасла короля солнца. Пытается загладить свою вину. Он дал нам ящик с пометкой стрела, а там на самом деле древесник. На нас уже трижды нападали рыскари, мы еле держимся. Лубоват ничего не говорил про древесник. Он сказал, вы забыли взять припасы. Значит, старый дурень совсем сбрендил. Все ящики взяли, я дважды проверил. Метка была, стрелы. Открываем, а там древесник, палки одни, ясно?
Лубоват прислал меня, потому что он за вас беспокоился. Единственное, что его беспокоит, потеря вложений. Мы работаем, он считает барыши. Я принесла стрелы. На всех хватит. Свет солнца. Тогда у нас все-таки есть шанс. Ну что? Тревога! Сюда идет Долгоног! Долгоног? Интересно. Где тот Долгоног? Железные сиськи. К оружию! К оружию! Ну что, давай. Надерем задницу этим Долгоногом этим. Ничего себе, курочка. Га-га. Еще машины! Давай, давай, иди сюда. На. На. Ну что, есть еще кто? Так, где кто? Ой, это моя лошадка была, походу. Ну да. Ё-моё. Блин, я завалил свою лошадь. Ну что ты там? Ты хорошо сражаешься. А ты я думал? Я удивлен, что Лубоват раскошелился на такого воина. Вообще-то он мне не платил. Я сама захотела. Никогда не верь купцу Карха. Беда! Певчих ядер нет! Что? Не может быть. Что еще за нет? Что еще за проблема? Это Дерит их украл. Когда на нас напали, один из наших убежал. Дерит. Я думал, он просто трус. А он, значит, еще и вор. Далеко он уйти не мог. Блин, походу, мне да, еще одно задание дадут. Но у нас нет сил за ним гнаться. Тогда пойду я. Но в этот раз. За плату. Быстро учишься. Ладно. Вернешь нам певчие ядра, я заплачу. Ладно, блин. Мне еще и задание нашел себе. Ладно, пособираем, что здесь валяется. Ядро машины, ничего себе. Целый здесь табун разных интересных моментов. Так, забираем. Травушку возьмем. Ух ты. Что в этого рыскаря еще здесь есть? Ух ты, линза, да? Линза рыскаря. Долгоног. Долгоног этот мне курицу напоминает. Так. Скоро мне это понадобится. Так. Жалко, что я своего робота не восстановлю. Никак, просто никак. Блин, жаль. Так. Ну что, пойдем? За этим чуваком сходим. Далеко он уйти не мог. А где он? Еще ведет сюда где-то. Нет никого. Разрешите Дерида. Не вижу я его здесь. От слова совсем. Этого Дерида, блин. Ну, вот меня до точки доводят что-то. А может нету? Поставить. Точно, вот я его сейчас найду по следам. Так, отобразить путь. Ладно, погнали. Поищем его. Куда же он зашел? Тот Дерит еще. Тут засранец, походу. Убежал, а? Ребята обороняются, этот убежал. Так, где-то здесь он должен быть. Угу. Вижу следы. Идем по следам. Отлично.
Вот, кстати, это его, походу, следы. А, вон он. Дерит. Привет, здорово. Дерит. А ты кто? От каравана пришла. Чего? Какого каравана? А я, мамочка, который сейчас тебе по заднице надаю. Не будет и выживших, не останется свидетелей. Послушай, я весь в долгах. Не заплачу, мне оба глаза выколют, понимаешь? Вот это прикол. Иди сюда, иди сюда. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Малыш. Как тебе мой костюмчик, а? Ты не ожидал прям, да? У меня есть такой классный костюм. Ха-ха-ха. Дери, да мне все-таки не надо. Блин. Ловушка какая-то. Ловчи. Отлично. Неплохо я тут взял. А, мне больше не влазит ничего, ладно. Так. Где этот урод? Так. А, его походу. Все, хана ему. Дерит. Караван, они выжили? Да. Я успела вовремя. Спасибо. Я заключаю солнце в объятия. Да сожжет оно мои грехи. Все, хана чуваку. Ну, хоть умер достойно. Это точно. Так, куда мне теперь? Заберите певчие ядра. Ну, давай, заберем эти ядра. Все. Вернитесь на место к этому чуваку. Ладно, погнали. Сейчас награду получим. Круто. Отлично. Чего-то. Есть. Так. Отлично. Блин, костюмчик бомба. О, дикий. Камбам. Ну что? Вернулась. Свое добро. И певчие ядра при тебе. А Дерит? Его убил ловчий. Просто жуть. Ты одолела ловчего. Получишь прибавку. Вот. Возьми мою долю. Заслужила. Дальше я справлюсь сам. Теперь нам особо нечего бояться. Так, отлично. Побочное задание выполнено. Супер. Получили мы коробку с внушительной наградой. Ну, давайте зайдем посмотрим, что там у нас за награды. Сундучки проверяем. Смотрим. Коробка с комплектом собиратель деталей. Прикольно. Коробка с внушительной наградой, чтобы узнать, откроем. Ловушка со взрывчаткой. Прикольно. Так. Прикольно, прикольно. Отлично. Собиратель деталей. Отлично. Ну что, я вам скажу, ребят. Что нам дальше? Ну, я бы так сказал. Можно, конечно же, еще пройти нам с вами еще какие-нибудь побочные задания. Это интересно. Давайте продолжим с вами в следующей серии. Всем пока-пока. До скорой встречи. Это канал Автовеста. Подписывайтесь, будет весело.